Девушка, записана 12:00, я с ребенком маленьким, поймите меня, посмотрите, пожалуйста. Всем привет, я Полина, и мы с Тобиохом должны сходить к врачу, так как Ксюша ушла в магазин и попросила сходить. Сейчас мы его будем одевать, на ноги у нас будут такие вот ботиночки Nike и носки с Микки Маусом. После идет вот такая шапка, она мне очень сильно нравится, навязанная. Дальше джинсовочка, и под низ у нас будет такой комбез. И вот такой вот бодик с динозавриками. Ксюше очень нравится. Да-да. Здравствуйте, мы записались на 12:00. Сейчас посмотрю. А, девушка, вашей записи нету. Как нету? У меня талончик на 12:00. Я уже 40 минут жду своей очереди. Ну, девушка, что мне сделать? Нету талончика! В смысле нету талончика? Посмотрите, мне записано... Не надо мне столько! Девушка, записана на 12:00. Я с ребенком маленьким. Поймите меня, посмотрите, пожалуйста. На 12, правильно, 17-е. Ну, но нет, не 17-е число. Ну, записи-то здесь нету, что мне не сделать? Знаю, что у вас там записи нет, у меня талоны 12:00. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. 17-е, почему никто не внес в регистратуре? Значит, надо звонить и разбираться. Сейчас я пойду возьму городской телефон. Значит, сейчас я пойду разбираться в регистратуре. Идите разбирайтесь, пожалуйста. Алло, Валера, это вообще капец. Пришла с ребенком на запись 12:00, говорят, что нету. Не, ну это вообще капец. Сижу тут 2 часа уже. Приедь, пожалуйста, разберись. Я не собираюсь тут 3 часа сидеть. Вот сейчас я взяла городской телефон, сейчас я буду разбираться. Разбирайтесь, пожалуйста, побыстрее. Алло, дайте мне регистратуру главную. Алло, дайте мне главную регистратуру. Можно побыстрее как-нибудь? Девушка! Девушка, вы без маски вообще выйдите из кабинета тогда. У нас нет закона, что нельзя в маске. Я сама как-нибудь разберусь, в маске мне или без маски. Вы делайте свою работу. Скажите, почему есть талон на 12:00 на 17 сентября? В базе у меня ничего не занесено в компьютере. Как я должна принимать человека? Она сидит 40 минут, она возмущается. Как я могу официально ее принять? Значит, сносите и переносите еще раз. Побыстрее.
Почему не занесено? Хорошо. Ну, это полный трэш, я считаю. Сижу с ребенком 40 минут, не могут обслужить. Ну что за поликлиника? Просто нечто. Сейчас я вас приму в режиме быстрой очереди. Потому что вас не занесли, получается, что вся очередь сбивается. А почему так работают работники вашей поликлиники? Значит, можно пойдите, вопросить? Пожалуйста, к главврачу и предъявляйте. Я не должна ходить и предъявлять. Если я записалась, вы обязаны меня обслужить. Марина, что у тебя сегодня по записи? Все нормально было на приеме? Ну, у меня нет. Приходит вот девушка со своим талончиком на 12.00 на 17. А я все понимаю. Она пришла, сидит, ждет. Но в базе их нету. Я звоню в регистратуру, говорю, в чем дело? Почему опять? Она даже мне говорит, сбилась база. Девушки, может, вы не будете по телефону разговаривать, а обслуживать меня? Девушка, сейчас я разберусь с вашей карточкой и давайте вас обслужу. Давайте как-то быстрее. Ну, я и так 40 минут жду. Хватит по телефону разговаривать. Девушка, что вы себе позволяете? Скажите, телефон мне верните. Обслужите меня, тогда я вам верну телефон. Значит, сейчас я пойду к врачу и будем разбираться с вами. Разбирайтесь, пожалуйста, побыстрее. 3 часа должна сидеть с маленьким ребенком на руках. Не, ну послушайте, это вообще полное, я не знаю что. Что у вас за поликлиника такая? Я 3 часа сижу, человек сидит по телефону с какой-то Мариной разговаривает. Не, ну это нормально? Можно, пожалуйста, разбираться об этом? Или написать ее докладную на главного вам человека? Разберитесь, пожалуйста, быстрее. Девушка, вы свои психики будете дома маме показывать. Девушка, я все вас понимаю прекрасно, но если нет в базе, я и так вас обслуживаю вне очереди. Это мои проблемы, это, кажется, не мои проблемы, что у вас работает так регистратура. Я не должна 40 минут ждать, пока вы тут разберетесь со своими записями. Давайте, раздевайте ребенка, пожалуйста, на столе. Сейчас мы его будем смотреть. Хорошо. Я вношу в вас базу официально. Мне не важно, официально, там неофициально. Вы должны меня обслужить. Так, девушка, кладите ребенка, мы его будем смотреть. Куда мне его ложить? Постелите что-нибудь и продезинфицируйте что-нибудь. А я же знаю, кто тут у вас лежит. Сейчас все постелю. Если каждый будет приходить кричать, так где добраться нервов, скажите? Я прекрасно. Ну так если ваша понимаю. Регистратура будет немного умнее работать быстрее, ничего не будет. Ложите, ну... давайте. Спасибо. Как мне его раздевать? Девушка. Снимайте верхнюю одежду с него, оставляйте только в кофте. Не, ну это вообще полный беспредел какой-то. Это не поликлиника, это забегаловка. Девушка, вы понимаете, я не несу ответственности девушка, за работу. Идите, пожалуйста, посмотрите. Так, сейчас мы его разденем, посмотрим быстро. У вас же плановый осмотр, правильно? Да. Так, стетоскоп, где он? Девушка! Ну не надо трогать, если вы не можете держать. Теперь его обрабатывать надо. Ему и так надо было обрабатывать. Откуда я знаю, кем вы его слушали? Делайте свою работу, пожалуйста. Обрабатывайте хорошо, чтобы мой ребенок ничем не заразился. Девушка, я уже сижу, на вас осмотрят 25 минут. У вас как запись расписана на человека? По сколько? По часу? Девушка, у меня запись расписана конкретно на вас, получилось полчаса. Я не предъявляю вам, мне его надо осмотреть. Если не хотите, забирайте его, идите, девушка, предъявляйте. Девушка, у меня записано на массаж к врачу. Следующим, ехать в любую частную поликлинику, где все нормально, у врачей с записью. Можно как-то побыстрее, я деньги плачу вообще-то. Послушали его, девушка? Да. Ну давайте, одевайте. Но, девушка, его надо как бы его физическое состояние еще осмотреть. Осмотрите, пожалуйста. Это делается 5 минут. Вы 3 часа копошитесь.
Девушка, если вам не нравится... Девушка, послушайте меня. До свидания. Он не садится еще сам? Не садится. Но в карточке указано, что ему 6 месяцев, поэтому я спрашиваю. Я советую вам его присаживать, если он сам хорошо, еще пока не садится. Хорошо, я сама разберу, что мне будут делать. Советовать, не советовать, вы справку выписали, до свидания. Советчицы. Что вы ноги выкручиваете? Девушка, если вам не нравится мой осмотр, я еще раз говорю, идите к главному врачу. Я его смотрю, мне по норме. Мне детский сад. Нужно с вашей поликлиники по прописке. Пожалуйста, быстрее. А вы его отправляете в частный детский сад? Да, в частный. Так и какие ко мне вопросы? Его за ваши деньги возьмут любой детский сад в 6 месяцев, если в ясли. Нечего рожать, если вы его отправляете в ясли. Девушка, слушайте, вы мне будете говорить, рожать мне, не рожать. У вас, может, вообще детей нет, так что не надо тут возникать. Я сама решу. Еще раз повторюсь, справку выписала и до свидания. Будет она мне еще тут указывать. Идите одевайте своего ребенка. Давайте я его одену. Вообще, девушка, я перепутала. Мне нужна справка не в детский сад, а на массаж. Девушка, ну так говорить надо адекватно, может, а не вести себя. Тут мне кажется, адекватная здесь только я. Неадекватно сразу понятно. Все, девушка, одевайте, пожалуйста, ребенка, выйдите за дверь. Я выпишу справку, вам вынесу. Я буду сидеть тут. Я опять 3 часа не буду сидеть. Выпишите справку, пока я одеваю ребенка. Вот ваша справка готова. Спасибо большое. Так это справка в детский сад, мне на массаж нужно. Вы знаете, я не знаю детского сада, который берет 6 месяцев. Послушайте, я опять же повторила, что мне нужно не детский сад, а на массаж. Работницы. Вообще, злости не хватает. Значит, вот вам справка. Если нужно еще куда-то, там галочками отмечено, каких специалистов проходить. Я уже прошла всех специалистов. Мне нужно заключить справку. Я заключила. Всего доброго. До свидания.